Беларусь – молодь и натхнение. Девиз для этих молодых людей, которые не хотят проводить время впустую и готовы развивать достаточно смелые и интересные проекты. А потому и открытый диалог с руководством региона и города получился достаточно интересным. Политика, экономика, молодежная сфера. Вопросов в зале прозвучало достаточно много. В центре обсуждения ситуация с туризмом. Молодых людей интересовало, как город выходит из пандемии и широк ли выбор маршрутов для поездок. Действительно, город Брест является туристическим городом, и мы… Вот если сравнивать аналогичные периоды прошлого года, да, полугодия 2019 года и 2020, то мы потеряли большое количество туристов, в том числе иностранных туристов, да, то есть, которые приезжали в город Брест по безвизовому проекту, да, Министерства иностранных дел и Министерства спорта и туризма. Вот, то есть, если сравнить аналогичный период, то я скажу, наверное, приблизительно в прошлом году это было 35 тысяч туристов, да, посетило город Брест, то в этом чуть больше 9 тысяч. Вот. Ну, конечно же, по такой же причине страдает ресторанный бизнес, да, страдает гостиничный туризм. Вот. У нас 25 гостиниц в городе. То есть, ну, это заметно. Вот. Но, слава богу, мы идем вперед. Меняется и ситуация, которая вызвана природой, да, то есть поэтому я думаю, что потихоньку мы восстановимся, все будет хорошо. Разговор о патриотизме на территории Брестской крепости был логичен и символичен. Сегодня сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны уделяется особое внимание. Молодежь уверена, жить, забыв великие моменты прошлого, не то, что должны выбирать для себя белорусы. Каждый фрагмент большой истории имеет место в нашей летописи, а задача каждого – ценить и передавать то, что накоплено поколениями будущим белорусам. На самом деле ребята очень активные, видно, что это уже сплоченная команда, они уже в пути там 4 дня, и на самом деле очень плотность вопросов очень большая, интересные вопросы, потому что мы затронули вопросы и волонтерства, кто такой волонтер, и патриот, и видно, что эти ребята именно действительно патриоты нашей страны, они условно за то, что происходит в нашей стране, в плане того, что они любят свою страну. Они объехали очень много городов уже, они увидели, насколько наши города все красивые. Конечно, все отмечают различные фишки в своих регионах, но на самом деле мы уже ощущаем, что мы, брещане, покорили их все-таки своим городом, так как мы относимся к городу, патриотическим чувством к своему городу. Продолжила большую программу церемонии открытия молодежной лавочки в городском саду. Мы сделали это вместе. Символичная надпись, словно напоминание о большом проекте, который удается реализовывать общими усилиями. Также вместе можно реализовывать и другие не менее важные программы, призванные сделать жизнь в Беларуси интереснее и лучше. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.